пилотках и с цветами. Ребятня в Петроводальнем сегодня торопится поздравить дедушек и бабушек, пришедших на митинг в честь 74-й годовщины Победы. Старшее поколение, даже те, кто тогда были еще детьми или вовсе не застали лихолетие, к 9 мая относятся с особым чувством. Мы говорим слова благодарности труженикам тыла. Это в основном были женщины, дети, которые все делали для победы, ковали победу в тылу. И на самом деле в нашем территориальном управлении с каждым годом остается все меньше и меньше ветеранов. В Ильинском ветеранов Великой Отечественной по пальцам пересчитать. По словам начальника территориального управления Максима Камловского, всего 7. 228 ильинцев – труженики тыла. Еще 7 прошли через лагеря смерти. И каждая история и живых свидетелей войны, и почивших полна героизма. Это мой дедушка Вилков Владимир Михайлович, который вот прошел всю войну. Он руководил бригадой по ремонту автотранспорта при Орядовании. Был награжден орденом Красной Звезды за боевые заслуги и другими вот медалями. Вернулся вот с войны в 47-м году. Также он еще воевал в Китае. С венками и цветами, с портретами фронтовиков, колонну к обелиску защитникам Отечества. Он совсем рядом с ДК «Луч» ведут юнармейцы. Из желающих возложить цветы к мемориалу даже выстраивается небольшая очередь.